Учитель 44-й школы Александра Хатмулина стала победителем городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2019». Награда заслуженная, ведь Александра Андреевна не просто передает свои знания детям, а делает это с любовью, пытаясь найти подход к каждому ученику. В первую очередь я поддерживаю благоприятный психологический климат на уроке. Я считаю, что самое главное, учитель должен найти общий язык со своими воспитанниками, учениками. А во-вторых, я слежу за сменой видов деятельности, чтобы урок проходил интересно, на одном дыхании. В 44-й школе Александра Хатмулина работает 7 лет. За это время заслужила уважение и любовь не только педколлектива, но и учеников. То, что она добрый учитель, то, что хорошо объясняет темы, быстро понять можно. Она очень творческий человек, инициативный, креативный, влюбленный в свой предмет. Благодаря тому, что она сама любит свой предмет, она пытается через эту любовь привить интерес к родному русскому языку. Ставит хорошие оценки. Если плохие оценки, она помогает как-то исправиться, понять тему. Мы очень рады за нее, мы очень горды. И очень приятно, что работает с нами такой человек, который, я думаю, в перспективе покажет еще много чего интересного. Полюбить свой предмет, признается Александра Андреевна, было бы сложно без хорошего учителя. Интерес к русскому языку и литературе ей привила ее педагог, добрый и мудрый наставник на всю жизнь. Все мои планы воплотились в образе Александры Андреевны. Вот когда она была маленькая, знаете, тоже валентинку мне такую подарила, это ее почерком написаны слова. Она мне написала: «Пусть удача сопутствует вам». Я знаю Александру Андреевну с раннего детства. Я была ее учительницей. Причем не просто классным руководителем, я была ее учителем русского языка и литературы. Для меня она Саша, Сашенька, которая, придя в школу и заявив о том, что она выбрала профессию, связанную с литературой, конечно, очень меня обрадовала. Свое мастерство Александре Хатмулиной предстоит продемонстрировать на областном этапе конкурса «Учитель года 2019». Еще два тагильских педагога – историк Данил Кукутин из 18-й гимназии и преподаватель физкультуры в лицее Людмила Пуртова – представят Нижний Тагил на региональном этапе в Екатеринбурге.